Всероссийская акция «Окна России в республике». Она приурочена к 12 июня. В государственный праздник жители столицы украсили окна своих домов и офисов флагами и рисунками. Самоизоляция – не помеха почувствовать единение. Игорь, ты знаешь, почему флаг такого цвета? Белый, синий и красный. Белый обозначает свободу, синий – моря и небо. А красный – то, что у нас держава сильная. Это окно выделяется среди других. Триколор на стекле создавали три брата – Игорь, Илья и Иван. Потом пришла идея дополнить его. Так появился образ малой родины. Кисточками вооружилась вся семья Дмитриевых. Я делал лес и верхнюю полоску белого флага. Илья делал нижнюю полоску флага красную и еще дом. А мама с папой делали солнце. А Ваня помогала рисовать траву. Украшенное окно стало символом единой и неделимой России. День России – это общее для страны общий праздник. Мы видим нашу страну, как мы видим единство нашей семьи в этой стране, природу, которая нас окружает. И вот в ярких красках мы все это изобразили на окне. То есть это вот вся наша обширная земля. И мы попытались изобразить как раз свою семью на земле, на русской земле. И, ну и, конечно, изобразили флаг России как символ. Было бы здорово, если бы наши друзья тоже принимали участие в этой акции. Именно так, по мнению мальчишек, можно объединить окна всей страны. Участники выкладывают фотографии в соцсетях с хэштегами «Окна России». Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика.